Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру под названием House Flipper. Так, и наш домик. Наш красивый дом. Я напомню, что это, значит, получается детский сад у нас, да? Практически мы задание здесь выполнили, и остались у нас некоторые комнаты. Вот как раз комнатка. И два комнатка. Давайте начнем отсюда. Так, здесь у нас задание. Убрать мусор. Так, хорошо. Так, удаляем мусор. Так, коробки. А, коробки, в принципе, нельзя удалить. Это тоже не мусор. А, это что такое у нас? Нет, тоже не придется. Ладно. Мусор мы убрали. А теперь нам нужно вычистить загрязнение. Так, берем швабру. Вот они у нас загрязнения, чистим. Нет, надо подойти поближе. Так, все. А нет, у нас еще загрязнение дофигища, не знаю где. Так, давай закроем. Это что у нас не убирается? Так, а где у нас еще загрязнение? А, вот вода. А, нифига, смотри. Опа, она опять появляется, потому что нам нужно установить эту всю канитель. Так, закручиваем, чтобы вода у нас не бежала. И вот так вот. Все, отлично, отлично. А теперь, где у нас еще загрязнение? А, нифига себе, подожди. Так, очищаем вот эту вот канитель. Так, что, очистили? Тогда написано 90% у нас все очищено. Где у нас еще есть мусор? Так, здесь. В принципе... А, ну давай окна помоем сразу. Сразу же помоем окошечки наши. Так, это, я напомню, у нас детский садик. Ну, и мы его, конечно же, моем, чистим. Так, ну подожди. Так, королевский синева и светлый персик. Нужно покрасить. Королевская синева. Покраска, хорошо. Так, синева, так. Краска. Так, где у нас тут синева? А, вот королевская синева. Покупаем. Купим. Купим. Поставим. И давайте... Ой, подожди, подожди. Алло, нет. А где у нас здесь покраска? А, вот у нас кисточка. Берем. Угу. Королевская синева. Так, ну давай, значит, вот эту стену я буду королевской синева полностью красить. О, неплохо. Так. Так, кончилась краска. Набираем. Угу. Так, а эту часть мы покрасили же, да? Все нормально. Так. Сколько процентов ты видишь? 17%. 17% окрашено у нас здесь. Хорошо. Так, ну еще видишь, нам нужно еще кулеска снимать и светлый персик. Светлый персик. Так, давай, значит, вот эту стену тоже в синеву покрасим. А светлый персик мы будем красить другие стены. Так. 37% у нас окрашено. Так, а кончилась краска. Так, набираем. Так, здесь покрасили. Здесь сейчас быстренько покрасим верхушечку. Так. Это, вот это тоже надо часть покрасить, да? Ага, кончилось. Так. Немножко краски там еще осталось, хорошо. Так, здесь мы все покрасили, здесь мы еще сейчас докрасим. Так, покраска у нас ровно 50%. Так, ну и естественно, нам нужно светлый персик купить. Берем краску. Ух ты! Так, так. Это что такое у нас? Где магазин? Так, светлый персик. Так, ну, посмотрим. Светлый персик.
А, вот мы свет запереси. Покупаем. Так, и берем, красим заново. А вот эту, вот эти стены мы покрасим в светлый персик. Смотри, будет красиво. Так, еще. И у нас мы сдадим это наше задание, мы получим деньги. Деньги за выполнение. У меня сейчас 800 тысяч. И я надеюсь, когда мы все здесь сделаем, нам хорошенечко заплатят за эту работу. И я хотел бы еще купить дом. Дом. Ой, подожди, чуть не набрал этой синевы. Так. В принципе, синеву мы сейчас продадим. Так, а на кого? Отлично. За 1000 рублей купили, за 1000 рублей продали. Хорошо. Так, у нас получается покраска 80%. Так. 85. Так, здесь тоже мы будем персиком красить. То, что синеву я уже продал. Все. Так, 92% так окрашено. Так, вот здесь еще верхушечку сейчас докрасим. Ага. Что у нас краска есть? Нет, закончилась. Так. Сколько там процентов, посмотри. 99, да? А, все, смотри, все, 100%. Окрашено 100%. Отлично. Так, хорошо, продаем. Продаем краску. Опа. Так, и что у нас получается? Что здесь нужно еще? А, вычистить окно. Подожди, а мы не чистили, что ли? И еще и загрязнение нужно вычистить. Я не знаю, где они видят эти загрязнения. Тут, в принципе, все чисто. Может, здесь какие-то загрязнения остались. Так, подожди, ну давай окно сразу помоем. Угу. А, смотри. Я теперь вижу, где загрязнения. Это у нас подоконник грязный. Ага. Сейчас мы его почистим. Есть. Все, 100% вычищено загрязнение. У нас еще и грязные бывают подоконники. Так, здесь нам нужно еще предметы какие-то поставить. Значит, встроенная узкая штора. Угу. Встроенная узкая штора. Так. Заходим в магазин. Шторы. Где у нас шторы? Так. Вот. Узкая штора. Встроенная узкая штора. Вот. Встроенная широкая штора. Встроенная узкая штора. Вот она. Мы... А какой цвет покупаем? Ну, давай такой. Так, ставим сюда. А, Е установить. Все. Так, болтики вкручиваем в нашу красивую, свеже окрашенную стену. Так, вешаем. Все. Ого. Нормально же, все. А почему... Ну, еще сюда, наверное, может быть, поместить предмет. Встроенная широкая штора. Так. Встроенная широкая штора. Так, а ну-ка смотрим. Так, встроенная узкая. Нет, встроенная широкая штора. Вот она, встроенная широкая штора. Для мальчика написано. Нет. Давай возьмем, знаешь, какой? Вот светлая лилия. Берем. Так, теперь устанавливаем. Так. Это подожди. А где? В смысле? Алло! Купить. Так. Слишком мало места, чтобы поставить этот предмет. В смысле? Встроенная широкая штора. Ну. А почему? Места мало. Так, ладно. Так, смотрим еще раз.
А здесь ставится она. Ага, здесь устанавливается, хорошо. Ну, будем здесь, значит, такую ставить. Раз там места нету, да? Опа, отлично. Шторочки повесили. Что ему не хватает? Смотри. Ладно. Так. Выйдем немножечко сюда. Так, и здесь у нас... Подожди, открывайся. Вот здесь сейчас уберемся, да? Здесь все нормально? Здесь чисто? Здесь тоже чисто? Здесь окна чистые? Так, осталось вот этот мусор убрать, да?